это первый российский фильм про супергероев. Мы разрабатывали всю эту историю с нуля. У нас нету, так скажем, ментальности культуры комиксов, поэтому нам не на что было основываться. Мы придумали свою собственную философию, и именно это очень сильно помогает нам отличаться от западных аналогов. Наш фильм сразу получает много бонусов, потому что это действительно сказка, фантастическая сказка с элементами экшена. И интересно наблюдать за этими перипетиями, в которых находятся герои, как они спасают мир. Я бы сказал, этот фильм — это вообще один большой аттракцион. Мы действительно имеем очень большую степень свободы и действительно очень большие ресурсы. Здесь все подобралось так, что кино выйдет действительно интересным в визуальном плане, причем не только в масштабах России. И опять же, при колоссальном объеме компьютерной графики мы стараемся привносить настоящий объект. Мне кажется, что это тоже как, в принципе, вдохновляет и помогает делать кино реалистичным. Люди хотят видеть сверхлюдей. Если это показать достоверно и убедительно, если объяснить, почему этот человек такой, почему он обладает этими способностями, как он расплачивается за это, каков механизм, какие у него слабости, если это сделано правильно, это должно притягивать. Уже пришло время, когда поколение, молодое поколение, следующее поколение, им требуется что-то свое. Через защитников можно доносить до маленького зрителя очень много интересных вещей. Но уже языком супергероев, которые понимают все дети. Мы не соревнуемся с продукцией Marvel или с продукцией DC. Мы просто делаем хорошее кино в рамках своего бюджета и в рамках своей страны.